Бери, пойди в демона спекайся. Африка не твоя. Если так рассуждать, у него вообще ни один спек не. Да не, он, я помню, когда там начали опять выбивать, он был топ-1 ДПС в демоне, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, когда еще демон, типа, апнутый был хорошо. Но он был топ-1. Ну, было пару раз, но потом гриб начал слакать просто. Он, по-моему, был один из первых, у кого ШМ-ка была, если не ошибаюсь, да? Угу. Второй или третий. Первый раз и не инст был. Инст, потом... Блин, а я не помню, кстати, кто. Там пару локов было, потом грипп четвертый, по-моему, был. Да, Миша вторым был. Гриб, где полиролики в ШМ-ке? Не позорься. У гриба даже ШМ-ка даже есть, да? Она у него, говорю, одна из первых появилась. Как это получилось, что он первый утонул из РДД? Ну, по ИПГП, наверное, собрал эту штуку. Первый, по-моему, было по роллу первого убийства. Разве не так? Не, ну он же не самый первый был, наверное. Эти самые первые. Я-то вообще самый последний полутал. Я точно не помню, то ли гриб, то ли первый Фарада полутал кто-то из них. Говорят, Фарада инст второй, значит Фарада. Гриб, наверное. А, инст он первый был. Инст? Значит, я путаю. Инст я помню хорошо давал, да. Но что-то я недолго с ним ходил, он, по-моему, ливнул, да, или что-то такое. Он в Асгарда рефрактился. Он ливнул после моего лива, да. Типа, поддержал тебя, что ли? Его бомбануло там по многим причинам. Он не за мной ушел, но это просто его добило. Не слабый он. Он сейчас вообще не играет, кстати. Вообще. Просто инст добряк. Это не обозначает, что он слабый. Инст не ставили. Опа, Виталя. Здорово. Чё кого по ситуации? Да, зашёл. Ты чё, мафакер? Опа-на. Мазафакер? Мафакер. Да, сразу вспоминаются былые денёчки. Для кого там мазафакер, для кого там пернатый мазафакер в смокинге? Я бы вот вагу еще услышал, но он что-то не разговаривал. Ваги долго заходить. А вы чем занимаетесь-то? ОКХМ. Мука, мука и еще раз боль. Понятно. Нас просто сейчас АФК. Так, да. Ты представляешь, мазафакер? Он себе вульдера сделал, а теперь он диваха эльфийка. Я про Неликса. Ну, это он может. Вага, там мазафакер твой голосочек хочет услышать.
Если ты его поймаешь, когда он говорит, повезет. Не поймаешь, так не повезет. Кислород бы не услышал, или ты слышал? А кислород тут? Алексей, привет. А ФК у нас пошел, наверное. Тихой походкой. Ты вышла из ванны. Блин, народу половину не знаю. Это жизнь. Неудивительно, сколько там заходит. Ну да. Половина? Да тут 90% ты не знаешь. Как бы не 95%. Кто тут? Пианист, дальше кто? Коника. Неликс, Вага, Монорота, ты вроде не помнишь, сказал. Потом я и все? Гевка. Тут. Все, я здесь, давайте. О, привет, Алексеич. Здорово. Виталий, хочешь поговорить после РТшки, а то сейчас... Да, интересно. Ты его уже второй раз обманываешь, человек. Ставлю. Поговорить хочет. Ставлю рыбу, да? Вон через часик, без проблем. Дайте дверца, пожалуйста. Поставил. Заваривать. Он до этого тоже заходил. Короче, этот... Бафа... Появилась изумительная идея. Сейчас кое-что... Надо вторая фаза. Да и проехал. Войда нет вроде. Пишет, что отсутствует. Вот здесь? В этом видос про товаров смотреть. Все, все готовы. Все, поехали. Тим, не играем по боссу. Аст. Контроль чем надо подождать. Блять, меня мобы не прогрузили. Не вижу мобов. Чё за херь? Контроль. Блять, я не вижу мобов. Нормально, нормально. Все нормально. Стой, стой, не веди. Не веди. Каст идет. Наугад вожу. Не надо, не веди, не веди. Пока не надо. Потихоньку отвали.
Уже не надо, законтролили. Все, 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 отпускайте, не контроль. Последние два пускай разбиваются. Забирай. Как? Бля, отпустите этого моба. Хил. Моба. Троллим. Увидел, прогрузил. Давай. Пускай два заходит. Там. Два за. Побежали. Не достаю слишком. Так, собираю. Контроль. Пять секунд заберу. Забирай. Контроль. Все нормально. Пускай доходим. Два. Последнего в бане пока что. Еще с бана можете последнего. Каст. Хиливать. Контроль. Два, пускай доходит. На два дошли. Еще, пускай стоит два снайпера. Пускай еще два эти доходят. Проводи. Каст. Два, одного за контроль. Ой, больно, больно. Хил. Все, пускай два доходит. Сильно. Набираю босс. Активно надо вести. Дайте по мане что-то. Может в другую сторону развернуть вести? Сейчас перефаза будет, каст. Моба. 1%. Стопните, босс. Уже не стопните. Только... Уже все поздно. Фаза. Дайте по двум бан. По двум бан. Пускай в бане стоит. Вот. Дойдут как раз, получается. Это. Он исчезнет. Прохиливайте.
все нормально, фул фаза. Убитал, где ты? Рассеянность первая. Ярость у нас. Нормально, хорошо. Третья. Смотри, после каждого крика агро скидывается. Там всего народ, после каждого крика, если видишь, что... Если в курсе, естественно, народ. Каст, каст, каст! Или кто-то шли. Лучше таунтить прям во время каста под конец. Коника прохил. Жму НБР коника быстрее. Прохильте. Баф. Видите. Мобы идут ко второму. Два. Нормально. Фир, фир! Там не будет у вас фира, фир на мне. А с другой. Чё там каст? Идёт каст, идёт. Бой, держись далеко. Блять, так он не бегает. Знаю, просто говорю, держись. Крик. Мосса корни дашь, поэтому могу... Крик! Кат Феникса идет, падение! Захуярить! Я тебе-то... Бежим, бежим, они за нами упадут, там уже чисто. Крик. Контрольте, алло. По одному мобу старайтесь пускать. Дай сейву, дайте. Сила бездны без маны. Блять, мне ебнуло. Контрольте. Каст Феникса! Перья! Народ фир свои. Моба мосса за контроль. Ой-ой-ой-ой, по всей РДД зоне. Ну тут как-то встали. Надо хилом, наверное, чуть дальше передвигать, да? Я так думаю. Говорил, что вы между платформами становитесь вот здесь. Чего вы там забыли, хуй его знает. Мы между двумя платформами. Да у всех просто голова закружилась от удачного пула. Ну, кстати, второму Фениксу больше сейчас снесли. Сколько у второго было? 73, по-моему. 73. Да, это получше, чем в прошлый раз. Так он кикал в каст. Надо было анонсить это. Чувака сделал. Там просто все перья все просто ровно во всю РДД зону влетели. Когда он фиряет, он дает кик. Я если ты кастуешь, значит всего 5 секунд стоишь, ждешь. Я говорил по поводу позиционки. Окей, с первой платформой разобрались, блин, более. Ой, на второй то же самое надо делать, просто так же подбегать на такую же эту, так же отходить к стене. Там, правда, блин, места поменьше на второй и на третий получается. Вообще это, птиц. Народ, лови. От чего я умер-то первый раз? Меня просто не прокинули. Не-не-не, там знаешь в чем проблема? У тебя же кинулся баф на агро, на ближайшие 5 целей. На тебя, на Редвара и еще на кого, на трех кого-то. И когда вы бьете одного феникса, у вас агро на всех вырабатывается. И у вас просто другие фениксы на вас переагрились и расстреливают. Короче, он квадрат стоит, хилы ваша позиционка на втором фениксе. Дальше милики. Ваша позиционка, естественно, под этим фениксом. Дальше. Сопрот обновить. Крестик. РДД. Стоите. Бабл, стоишь, короче, с Мозером. Возле хилов, только там правее. Видишь, где, блядь? Вот вход. Правее туда. Смотреть на этот? Посмотри, как вход туда заходить, да. Видишь, типа? Вот. И левее, получается, возле кристалла вот этого ебучего. Вот, там с Мозером стоите, и вместе с вами еще стоит
кто там где-то нас стоит, Нейликс там тоже стоишь. Все остальные РДД, которые могут контролить, вы стоите. Получается, вот здесь. Ставите. Да. Короче, ориентируйтесь. Вот звездочку ставлю. Звездочку ставлю туда, подальше. Чтобы вам было и контролить мобов удобно. И все это. Хилы, я думаю, до звездочки должны доставать. Если что, подойдете просто поближе к платформе. Все. А из-за чего тебя служило? Я вообще не понял, меня хилили вообще? Есть предположение, что, Лёх, на тебя просто все фениксы разом согрелись и просто в 4, в 3 жила застрелили. Может и это. Ну, я там фир пару раз ловил. Потому что я смотрю за ридом, блядь, и сам не отворачиваюсь, ну, блядь, а под фиром сном. А если фирял, то там пробивает сильно очень. Ты если отходишь от феникса, еще и дебаф получаешь дополнительный на урон. А, там этот фиряет, дебаф. И да, я понял. Жена, она здесь, надо было баблом скинуть. Я что-то скинул баблом. Надо было бабл нажимать. Ну, это только одноразовая. Ну, там тебя, по-моему, мы просто не успевали прохиливать, Лёх, уже поднять. Да я понял, почему. Типа на фире надо отворачиваться, окей, ну, блядь, я просто... На 10%... Меня слышно, нет? Да. На 10... За 10 секунд до смерти 95%, а потом 7, 78, 99, и пошло 4, 81, 86, и ниже, 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 и тебе просто... сложила. Ну я понял. Ладно, все готовы. 72% хп с тебя сняло за 0,4 секунды. Все готовы, погнали дальше. Вот здесь. Угу. Так иди раскол, стак, и чё ты здесь? Стена, стак. Сейчас прибежали. Сегодня надо второго феникса или снести, или хотя бы наполовину. Вот сказ перебежал. Моба забрал. А вот за контролем. Диспельте. Кастите. Вперед проведи. Он зажимается. Контрольте. Один. Второй проводи. Ну вот застанем. Второй. Проводи. Каст. Я в хиле, не пускайте.
заходит. Через 10 секунд заберу. Все, забираю, пусть. Троллим мобов. Точечно бы стан какой-нибудь. Да, нормально, два можно. Там сейчас 5 зайдет. Каст идет. Контроль дайте. Там срывашка идет сейчас. Нормально. The best. Давай так, пикаем этих мобов, короче. Одного за контроль, все. Что это этих? Чё, есть забирай. У тебя два сзади пускай идут. Все, протаскиваю вперед. Сейчас еще два. Проводи вперед. Замедлите этих двух. Нормально. Каст. Как раз каст зайдут вам. Побежали. Все, там два доходят. Короче, два контроль, два пускай доходят. Схило. Каст. Вроде смолы появится. Убираю босс. 14%. Этих мобов надо сливать. Дамаживать. Гайте контроль. Дал свой, короче. Пускайте. Пускай. Приводите его. Последних осторожно только. Каст. Все хлопать. Два моба пускай доходят. Побежали. Все, то те пускай в бане. Они уже идут. Два идут. Видать, баню, видать. Нормально. Бедно ванну поставля. Все, на позиционку стали. Вот он заход. Ярость. Это ферня? Нормально. То это агро. То же самое, что и было. Ярость, что вроде дизарм? Не-не-не, подожди, не агро, что-то другое. Ярость это агро. О, ярость агро. Каст. Смотрите за кастанер, два архоник. Хил. Чё, не хилит? Плавно ложатся. Это, ВР же, наверное, быстрее. Я не могу своего забрать, блять. Крик! Вага прохился, простает. Вага агро держит. Два феникса идут. Каст феникса пошел, перья.
Дайте. Вылетели. Сейф дайте. Гимна. Дала. Еще. Крик. Пустите. Отпускаю. Моссов уже добрился. Поднимите Моссов кто-нибудь. Гена, добеги, блядь. Крик. Как Феникса пошел? Как можно дальше? Если добьем, они пойдут к дальнему. Добили. Ожившие вылупляются. Бегите через лужу. Спросил. Моссов, серьезно. Диспел скиллов, быстрей. Народ, по диспел, дай массе. Блять, тут хир, тут хир. Им на хп дайте. Меня Феникс стреляет. Им на хп. Войд забери. Крик, крик, уж отвернитесь. Там каст, баса. Каст, каст, полетел, да, все, перья полетели. Да щит. Хуй нарыло. Что, в чем проблема сейчас была? Да не отворачивается никто, блядь, тут кастов. Ой, я сейчас отвернулся ровно в стену. Меня все равно вернул. То же самое. Этот. Объясню, кстати, одну фишку. Я смотрю. Короче, этот. Моб заходит с моей стороны. Феникса мелкого, да? А по вам, блять, урон не проходит какого-то хуя. Ну, может, рейндж меньше здесь, я хуй знаю. Ну, типа, я стою на второй платформе, у меня моб взрывается об этого, от мелкого. По вам урон вообще не проходит. Почему-то. Ты еще просил, по-моему, на форуме, типа, рейндж сделать 45 метров, или сколько ты там просил? Да, ничего не писали по этому поводу. Типа, урон по вам не проходит, когда у меня взрывается моб. Когда у вас, блядь, взрывается моб, по мне урон проходит. Это как, блядь? Нормально. Ой, бля. Ну надо посмотреть, если модератор здесь. Информация о смерти недоступна. Так, короче, этот. Меняемся, кое-что делаем по-другому. Милики, милики. Так, мне надо... Йена. Кирс и Сила Бездны. Идете, становитесь с нами там на первой и второй платформе и дамажите какого-нибудь из феник. Угу. На второй танчил Монород. Он писал Мозер. И что в итоге получается? Их надо бить одновременно 4 феникса, да? Не знаю, черный. Я просто не могу понять, почему от этих урон не заходит, блять, по вас, а от вас по всем заходит. Вопрос, почему, блять? Типа ноль урона, вообще ноль урона от взрыва прошло по рейду. Вагу, поднимайте, раздаваку. Что-то мне кажется, их одновременно бить надо было. Блять, с Фером, короче, это пиздец. Да мы еще когда побежали, там полпати фернуло, не доходя до босса. Да, мы именно от этих... от перьев отбегали. Нас фернуло. Я просто смотрел и видел, как, блять, весь рейд стоит, блять, в Фере, и вообще никто не бьет. Это вот именно на перебежке было, когда мы с первого на второго побежали. Чё там, Вага, здесь нет. Можно бафы? Инку? Там кот просит, чтобы его сменили потом, чтобы он мог декурсить, бэйрить и нырить так. Так я, блядь, без проблем. Войд первый освобождается, идет на вторую. Забирает мелкого лара. Всё просто. А ты бежишь, короче, там БР и декурсишь, всю эту хуйню по рейду делаешь. А когда нету монорота, когда монорот танчит на второй фазе, это все делает Джинуэн.
Гена, Кирс, Неллис туда будет бежать, там будете стоять. А, мы, короче, это, да? В левую сторону сразу поднимаем. Да, как угодно. Дайте кулак по разбойнику. Кулак по разбойнику. Все готовы? Поехали. Только пока бежите, не умрите, раз в другую сторону. Ну, я себе Первая фаза изи. Сдавай. Просто надо. Нажал кнопочку вперед, перебежал и дальше рта. Много не надо. Долго я надоел. Сопрут и проверьте, чтоб на всех были. 6 минут это недолго. И каст. Каст перебежал. Сегодня лучше, чем вчера, уже радует. Да, блин, полного состава нет рейда, чё? Стоп рейд. Был бы ДЦ в Т5, было бы намного проще выживать. Проты обновить у кого-нибудь. Я предупреждаю. После пула буду предупреждать. Ты мёж. Ага. Собирай. Я логически не могу понять всех людей, которые контролят. Ты это же смотрел, думал, в кого станки. Ну, ноль логики, блядь, в вашем контроле. Да не, есть логика. В кого-нибудь. Она не умничает, если не шарить. Раз. Приводи. Скай два доход. Третьего за контроль. Ты просто посмотри на второй фазе, как люди бегают. Еще два. Я просто слушаю ваши разговоры, что давайте подводите еще два, а люди еще на пол хп, блин, весь рейд. Ну, это как я бы... вижу. Потно. Я вижу, где можно похилить, забираю босс. А, ты на опережение, да? Хуя идет. Ну просто за вами бегать не успевают. Очень много водите, босс. Я, блядь, меньше выводил. У нас в первой пачке фениксы не все сдохли. Мобы, да, бегают быстро. Дашь вы. Ну не, блядь, не глядите. Он поступил. Кило поднимешь, мой народ. Бля, тут лужа. Чё, в луже стоит? Ну так кто срёт мимо? Забираю. Кила прохильте, бафу дайте. Он эликсус, огонь. Двара прохил. Кивайте. Пальцы уже болят. Мобы эти ближайшие, которые идут. Теперь заходят, идут контроль.
Гим на хп отдал. Пускай доходит. Ну, нормально идут. Вот так пускай идут. Тупите еще секунду. Одного контроль. Блядь. Что делать? Только нормально. Все, это два пускай заходит. Проводи немножко. Прохиливаем. Давайте активнее, активнее. Всех двух замедлите. Все, пускай доходит. Это сильно побольше. 20%. Боже, не очкуй. Забираю босс. Еще пачку хлопнем. Еще один раз эту пачку хлопнем и нормально. Раз. Босс переводим. Переводить будем. Так, контроль сумма босс. Босс активнее играем. Блок, блядь. За контроль. Живы. 5 секунд, еще 4. Давайте, давайте. Гриб, где, блядь? Тебучий гриб, ты где, блядь, лазишь? Чай пьет. 7%. Ага, надо дохлопать. 1%. По боссу. Нормально все. По боссу играть тупо ДПС фул босс. Пускай идут. База. Стоит, по-моему. Пошли. О, нет. Сон. Да, у нас мухомор умер. Да фух, блядь, я толку. Я вообще не ебал, чего он сдох. Так нам надо его поднять было или чё? Да как мы его поднимем? А где он умер? Ещё на ФК. Алара унесла его. Запомните цель Алара. Да, он вылетел опять из сети выше. Сова унесла. Ебучий гриб, блядь. Колдо. Он ещё и вылетел. Не проблема, блядь, с этим мухомором. Со своей стороны дайте геру, моя скорее всего не даст. Первая рейтинг. Слабость это эфир? Баба с эфиром? Рассеянный сходит. Рассеянность эфир. Это у меня на первой. Значит бейте вторую, РДД, которая между платформами, Вена. Каст, перья. Дадите. Вылетели из босса. А, там всего лишь 5, добейте. Физически снижен на 80%. Магически снижен у нас. Прохиливайте. Да, меня Феникс хуярит. РДД, Амир, слабезный. Он кикает правого. Да мой сфера, мой, второй. Второй. Четвертый кикает, Казмус. Кас! Вылетели. Ой, сфера, бейте, короче, первую. Короче, когда первый кастует, касты прерывайте. У нас обезоруживание. Чё, просто торт умер? Феникс запиздил. А, я понял, на мне ярость идет, все как бы. Вставайте, идиоты. Кстати, нету что? Да тут уже ничего не поможет нам. Заметьте, что он был. Лёш, можно АФК? Я уже все наверное. У нас предпоследний сложил. Короче, Лёха, мне кажется, что надо. Да. Сколько оставили, блять, ебучему первому? Да хуя, 30%. Так мне а кажется... чё вы, блядь, не били его, что ли, или? Понимаешь? Там же, я говорю, минус 80% физика. Понимаешь, что люди... У меня минус 80 по магии даже был. Надо перебегать. Мне кажется, что этот босс, вот эти 4 феникса, они придуманы так, что нужно людям с дебафами разными делиться, хуй пойми,
Как, блядь, на команды, блядь? Да, и... перебегать нужно, где какой босс, получить короче, дебаф и разбежаться и пиздить его. Не, ну, хуй знает, насчет получить, это вообще, мне кажется, Unreal, блядь, это только если с фаской на скорость бега, блядь. Ну, я вообще а об идее. В случае, там кажется... этот дебаф кидает, и все, он на тебе до конца пока не сидит. Да дебаф-то до конца, это понятно, но... Блядь, я просто не уверен, что ловятся дебафы, когда вот... Вот ты говоришь, типа, стоишь возле феникса и ловишь дебаф, который этот феникс скудит. Нихуя. Ближайший. Да какой в пизду ближайший, блядь? Он был на первой ярости. Да если я босс стою кривой на еще весь. И стоями, поставь портал. Так он на первой, ты на третьей, между ладно, вами, ладно, блядь, только два сейчас, человека. Сейчас не о дебафах, сейчас вообще об идее этого босса. Мне кажется, что у каждой платформы должен стоять танк хилов, допустим. Ну, где-то там один хил и по два хила где-то с танком на трех платформах. И ДД, короче, равномерно распределить на все четыре платформы. Что это даст? Это даст то, что в одну платформу не прилетит, допустим, 10 перьев никак. То есть туда прилетит, допустим, 4 пера. 2 стопудово законтролят. Или 3. Короче, нужно сделать так, чтобы 3 пера на каждой платформе контролились стопудово. И тогда вайпа вообще не будет. Все перья прилетят на одну платформу. Они, а там никак, сможешь... они никак не прилетят на одну. Бля. Вот они, смотри. Они равномерно разлетятся. С учетом того, что смотри, на четвертой платформе было, получается, 4, 5, 6, 7. Леха, кинь ролл! Кинь за меня ты, Деорус. Сейчас. Какой там ролл на ворон? Мосса, Вин. Подожди, я не роллю. А, женой на Мосса рерол. Мосса 49. Я не ролил. Я выбрал тех 109. Да там кого вы разрушили? Я первый раз не ролил вообще. Короче, по факту. Я не могу понять, почему урон, блядь, заходит с одних платформ, с других не заходит. А может быть там, знаешь как, может быть... этот кто он? Может быть дебаф это определяет, который Феникс дает. Типа. Чё, Лёх, всё на сегодня? Да надо просто заходить на форум и хуесосить без урона. Не, просто смотри, в чем прикол. Когда вы взрываете мобов там со своей стороны, да, то как бы, блядь, дебаф сам, ну то есть этот урон по хилам проходит, который с нами. Когда мы взрываем мобов на этой платформе, когда мобы, даже вот два моба мы взрывали, блять, от этих двух мобов по вам ровно 0 урона. Вообще 0, блядь. Там даже, понимаешь, ни у кого, он даже на 100 хп.